Молодые омские тайбоксеры совершенствуют арсенал своих приемов. В новом турнире серия 1-на-1 каждый захват соперника за шею или плечи получал неожиданное продолжение. Сергей Утробин, он в черных шортах через клинч блокировал атаки соперника и резко контратаковал. Спортсмен умело сокращал дистанцию, включал удары коленями, локтями, так раз за разом. Противник Эльдар Шарыпов отвечал той же монетой, но в какой-то момент потерял ритм. Утробин за счет скоростных серийных ударов коленями вырвал победу в поединке. Сбил темп противника, начал упорно работать в клинче, не давать сопернику работать в нем. То есть я знал, что я в этом плане сильнее, и вот это мне помогло. Тактический маневр помог победить Рамилю Сагидуллину. Спортсмен дебютировал в соревновании, но сумел жестко поспорить за инициативу с постоянным участником турнира Сергеем Соболевым. Мощными прямыми с правой руки Сагидуллин сумел оттереть соперника на удобную дистанцию. Несколько красивых атакующих серий. Победа по баллам. Рассмотрел бои соперника, что он ногами в большей степени работает, а я решил на руки акцент сделать. И вот решил работать руками. И плюс мои секунданты секундировали, которые мне подсказывали, что лучше бить. Жесткая рубка в поединке двух юниоров Дмитрия Бабиева и Даулета Асаинова. Оба спортсмена сделали ставку на темповые атакующие действия, победил опыт. Бабиев провел больше поединков в турнире 1-на-1, а по технике спортсменам надо прибавлять и в клинче, и в ударах локтями. Эти турниры не позволяют расти, набираться опытом. Соперник был свой не жесткий, бил руками хорошо. Но за счет того, что я ногами перебивал, я выиграл. Следующий турнир из серии 1-на-1 пройдет в центре единоборств 3 декабря. Вызов омичам бросили бойцы из Екатеринбурга. Владимир Истомин, Артем Колесников, Антенна 7.